На улице Приморска, 7, находится объект, который житель города приобрел в собственность в 2018 году с целью строительства ресторана. Единственное, что сделал мужчина за это время, вырыл котлован. При этом он не соблюдал нормы и правила ведения строительных работ. Например, не установил паспорт объекта и не огородил полностью территорию. Так мужчина установил только 10 метров забора, который со временем весь перекосился. Однако на этом этапе строительства остановилось, и больше изменений не происходило. Административно-техническая инспекция собирали материал неоднократно. Уже более 5 материалов собрано, были материалы переданы в суд, было судебное решение по привлечению гражданина Рыбина за несоблюдение этих норм. Но, как вы видите, этот объект в том же плачевном состоянии. Нет ограждения, нет освещения, нет переходных мостиков, разбросаны строительные материалы, что может повлечь любые травмы, как детей, как жителей. Вот хотелось бы призвать и конкретно этого предпринимателя, и других по соблюдению норм и правил при ведении строительных работ. После принятого судебного решения судебные приставы будут взимать штрафы, которые наложены судом. С каждым разом они будут больше и в конце концов могут привести к изъятию объекта из собственности, потому что собственник не делает те работы, которые он обязался сделать. Хотя получено согласие от гражданина Рыбина, что он законсервирует этот объект, будет выставлен забор, будут убраны плиты, будут все правила соблюдены. Вот. Ну, веры на это нет. Если этого не будет, мы опять будем привлекать его в административном, собирать материал для административного привлечения, ну а дальше опять суд. И вот здесь уже будут санкции достаточно жестче. Таких недостроенных объектов в Магадане вполне достаточно. Большинство из них заброшены. Директор АТИ рассказал, что бывает, когда колымчане прогуливаются по лесу, встречают на своем пути небольшую железнобетонную избушку, которая в итоге оказывается полностью забытой собственниками.